кто себя не делил между Богом и миром, кто сумел сохранить целомудрость души, тот, кто славу земную не сделал кумиром, и чье сердце страстей не пронзали ножи, кто души не пятнал, не сквернил свое тело, и зло мира любовью привык побеждать, отражал вражьих помыслов жгучие стрелы и сугубо от Бога вместил благодать. Помолитесь о мне, неисправным и грешным, чтобы сердце в страстях не сгорело дотла, чтобы свет воссиял в этом мраке кромешном, и в душе, чтоб заря новой жизни взошла. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях гость из Киева, протоиерей Сергий Киселев, настоятель Свято-Сретенского храма в селе Сулимовка. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Вот. Мы с вами коснулись темы покаяния еще в прошлой передаче, так у нас пришли к этому. От этого никуда не денешься. Да, батюшка, точно. Всем знакомо каждому христианину, потому что без покаяния нет спасения. Вот да, все это... построено, вся наша вот христианская жизнь на покаянии. Да, святитель Игнатий говорил Брянчанинов, что жизнь христианина, значит, начинается покаянием. Значит, середина этой жизни тоже покаяние, и конец этой жизни – покаяние. Вот, так что действительно никуда от этого не деться. И это правильно, потому что когда человек больной, у него что-то болит, он должен искать врача, который исцеляет это. Вот, и каждый из нас имеет духовную болезнь, греховную болезнь. И когда начинает видеть это все в себе, то его естественное желание очиститься, покаяться и исправиться. Но врач… вот, на нас смотрят, на глубину нашего покаяния. Хотим ли мы действительно очиститься? Потому что это очень процесс серьезный, глубокий, длительный. Вот. И каждый по-разному к этому относится. Другие считают себя здоровыми, например, и что не нуждаются ни в ком, ни в чем. А есть такие, которые ловко скрывают. И бывает ложное покаяние. Да, а да. Гордыню скрываются за этим. Сколько вот священники все это знают же. Вот. Да. Бывает, человек кается, кается, а основной грех не называют. Да? Все вокруг да около, а истинного покаяния не получается. Да. Или такой приходит, а у него там целая простыня исписана вот, грехов, а чувства покаянного-то нет. Это мы это называем отчет о проделанных грехах. Пришел, отчитался, прочитал, я пошел дальше грешить. Вот. А истинное покаяние, конечно, всем нам, да, всем нам нужно. Оно подразумевает исправление, перемену жизни. Метаноя, так да, называемая. Перемена, да, вот это оно. Это, конечно... О, дай Бог нам преобразиться. Да, всем именно преобразиться, да. Я тоже хочу поделиться песней. Вот так, с радостью. Музыкальный диалог. Она называется «Склони колени перед Богом». Склони колени перед Богом, поплачь, заблудшая душа, и поскорби перед порогом, и поразмысль не спеша о том, куда ушли все силы, на что потратил жизнь свою. Куда тебя мечта носила, в каком краю теперь пою? Сердце леденит и не смиряется гордыня. Внутри отчаяние гранит. А когда ты был маленьким мальчиком, с чистой душой и светлой совестью, и я вставал утром от тихого счастья, и я любил всех, и все любили меня. Так что же теперь стало со мной? Почему мне так грустно, страшно и одиноко? Почему? Беда, с каким придешь к нему итогом, чем оправдаешься тогда? Верую, Господи, помоги моему неверию. Господь мой и Бог мой, верую, верую, Господи, Господь мой и Бог мой. Верую. Замечательно, отец Анатолий. Я никогда не знаю, как она закончится у меня. Ну, как на душу положит. Это как... Вот такая песня. «О покаянии» мне тоже родилась. Очень хорошая, да. Живая песня. Тут и детство есть, чистота детства, и потом потеря этого всего. Как пел когда-то... Как «Блудные дети» мы возвращаемся. Да. Есть такая очень песня интересная у Александра Малинина на стихи Михаила Гуськова «Белый конь». Вот этот белый конь ускакал от нас из-за грехов. Раньше было детство чистое, прекрасное. Вот. И он хотел въехать в город на белом коне, но хозяйка корчмы улыбнулась мне. И вот потеряна девственность, потеряна чистота, и белый конь этой чистоты ускакал. Вот только в той песне нету, как вернуть этого белого коня. А ведь это возможно. Да. Вот. Многие есть песни даже неплохие вот на эту тему, на покаянную, но в них покаяния нет. В них есть плач о потерянном богатстве духовном и телесном. Раю, да? Да. А нету выхода из тупика. А вот... У вас эта песня прекрасна, и я в своих песнях стараюсь показать главное — выход отсюда, показать сначала, что привело вот к греху. Как апостол. Господь мой и Бог мой. Да, 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 да. Вот выход. А выход-то есть. Помоги выход. Ему, не верю, верую. Да, да. А вот Господь — выход наш. Покаяние — выход наш. Покаяние — это вот путь к Богу. Это тот путь, который открывает нам. Я так понимаю, что у вас одна такая ключевая тема, да? Вашего творчества — это покаяние. Но она проходит по всем дискам, по всем, да, потому что она должна быть везде. Ну, и... в общем-то, священник так и должен призывать людей к покаянию, священник, да, да? Да, да. Побуждать. Да, причем тут такой процесс совершается, когда человек кается, чем больше он очищается, тем больше он видит в себе недостатков. Как кто-то приводил, не помню пример, что вот в темной комнате ничего не видно, пока свет не зажжешь. Да? Вернее, в сумерках так видно, там, скажем, видишь очертания мебели, там чего-то еще, стульев. А когда открылся вдруг свет, значит, видишь грязь, видишь где-то там разбросанные вещи. А когда полностью такой свет яркий, так даже пыль видна в солнечных лучах. То есть вот даже пыль это видно. Вот я тоже на проповеди в прошлое воскресенье говорю, вы знаете, вот такой же пример привел, что Господь как солнце, Он в нашу жизнь светит, нашу жизнь, и все видно. А вот это, а мы говорим, что вот мы, некоторые говорят, что вот я не вижу грехов, ничего. А вот эта пыль мелкая, она же постоянно, казалось бы, все чисто, уже вычищено. А мелкая пыль оседает и оседает греховно. Мы даже ее не замечаем. Вот Господь освещает даже пыль вот эту. Вот. А что-нибудь вот о покаянии есть еще? Или вот а покаяния немного есть у меня еще. Хотелось бы прикоснуться к теме, может быть, молодых душ, молодых семей. Вот сейчас такая тема очень важная в жизни. Семейная тема. И особенно молодых людей. Особенно много девушек, которые вот ждут своих... Принцев? Принцев, да. Православных. Притом. Ага, православных. Да, ну таких что-то мало в последнее время, которые на покаяние приходят. Отпевал на днях 17-летнего парня. От чего? За компьютером умер. За компьютером? Да. Боже милость. А. Да, да. Ночью. Сидят ночами. Вот вместо того, что вместо молитвы. Вот, сидят. Понимаете, тут, наверное, еще что имеет важное значение, как мне видится, в семейной жизни, вот в этой в дружбе, в правильных отношениях между парнем и девушкой. В том, что нет у человека стремления нести крест свой, нет идти цели какой-то цели. Вот, все хотят там машину, деньги, зарплату там хорошую, там дачу, что-то еще, поехать им. То есть развлекаться и жить легко. А ведь мы не к этому призваны в этой жизни. Мы призваны свой крест нести, свой труд, свою семью. Это моя семья. Я буду трудиться. Вот, а вот если никто не хочет брать, да? Да. А никто не хочет брать. Или в гражданском браке живут годы. Очень удобно. Вроде бы и живем, проверяем. А мы проверим, как вы там подходим друг к другу. А потом надоело, раз выбросил и пошел дальше. А не связывает жизнь ничего. И многие заблуждаются, говорят, а зачем нам роспись? Печать в паспорте не дает любви. Да, не дает, но зато дает тебе ответственность и дисциплину, потому что это твоя семья. Это ты, как это, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь, как Пушкин говорил, да? А у нас вот такое облегченное отношение сейчас к браку. И вот песню я написал, такую, как мне показалось, она очень актуальная была бы в наше время будет. Называется она так. «Влюбиться можно в красоту, а полюбить лишь только душу». То есть у нас вот, всем нам, наверное, свойственно, да, что-то внешним чем-то прельщаться. Вот там красивая жизнь, там красивая женщина, там красивая машина, там что-то еще. Внешность. А о том, что внутри, мало кто думает. И вот когда влюбляются в эту самую красоту, не думая о том, что в душе этого человека, там потом получается просто трагедия. Потому что человек, когда проходит эти все первые... впечатление, начинается реальная каждодневная будничная жизнь, начинаются проблемы. Трудиться, оказывается, надо. Трудиться надо. А трудиться не хочется, хочется порхать все время, понимаете? Вот это вот такое отношение к жизни совершенно неправильное. Итак, такая вот песня. Ты нежно сказал мне, что любишь меня, и сердце на крыльях взлетело. Великую радость и счастье суля, но вскоре открылась под трель соловья. Обычное ясное дело, что мной ты зовешь мое тело, а это ведь вовсе не я, а это ведь вовсе не я. А я — это дух мой, а тело потом, и взгляды на жизнь, и стремления, и веры горение в сердце живом, и мысли, чувства, что брызжут дождем, и светлые духа прозрения, и каждое сердцебиение, а тело душе только дом, а тело душе только дом. Ценить надо прежде души красоту, а прочее все между делом. Сердцам же набрав не терять высоту, и души пребудут в любви и в цвету. И ими, чтоб страсть не владела, вы на многострастное тело Набросьте терпенье узду, набросьте смиренье узду. Но если духовного нету родства, то как же телами родниться? Душа не любовью, а страстью полна, а стало быть, лживы дела и слова. Семья же на лжи не родится, в любые пусть формы рядится. Она будет духом мертва, она будет духом мертва. Но ищут как можно поярче звезду, с тем блеском, что рвется наружу, и ложную в сердце взлелеяв мечту, влюбляются в общем всегда в красоту. И этим-то все и разрушат, ведь все ж полюбить только душу, возможно, а не пустоту. Лишь душу, а не пустоту. Ищите, прошу вас, по духу друзей, не множьте грехи и разводы, растите послушных и добрых детей, а зло побеждайте любовью своей. Друг друга носите невзгоды, отрекшись греховной свободы от этих бесовских сетей, гордыню смирив поскорей, свободу ища от страстей. Спаси Господи. Актуально. Друг друга тяготы носите, и тем так исполните закон Христов. Вот не хочет человек носить тяготы друг друга. Хочется вот легко жить. Вот. Поэтому надо... С детства нужно приучать человека, чтобы он понимал, что такое труд, что такое семья, чтобы была у него эта семья. Потому что очень многие дети выросли, там не только мама, папы нет. А где папа? Или спился, или ушел с другой. Понимаете? Это большая проблема нашей жизни, конечно же. Вот. Да и вообще проблема не только касается это... в семейной жизни, то есть любви к ближнему, которая оскудела, как Господь сказал, значит, оскудеет любовь, и тогда все оскудеет, не будет ни веры, ничего. И вот эта любовь оскудевает, соль обуевает вот сейчас у нас. И это свойственно не только в семье, это вообще в жизни нашей свойственно. Вот. То, что люди перестали видеть в человеке брата своего, ближнего своего. А ведь это ты сам. Оказывая помощь, вот как я спел в первой песне, в второй передаче, она называлась «Себя спасаешь ты, других любя». То есть это твое спасение, не чье-то, а твое. Вот. И у меня даже вот есть песня о скорой помощи, там про одного мальчика, когда я работал еще фельдшером на скорой помощи. Вот. Мы взяли его, он был буйный такой, вот, и кричал там, и ругался очень. То ли наркоман, я не помню, то ли он какой-то был эпилептик, сейчас уже не вспомню. И мы везли его в психбольницу. И там наши фельдшера побили его там хорошо, крепко так, бедного. А я первый раз ехал, я был молодой фельдшер, на психбригаду попал только сейчас. И вот когда он связанный уже лежал, там весь в слезах, в соплях, и не мог вытереться даже, это сопли текли у него. Я просто пожалел его, вытащил платок и вытер ему нос, понимаете, вот лицо. И он чуть не со слезами начал меня благодарить, с такой любовью. Я вообще такого даже не ожидал. Ну, думаю, ну что такого я сделал? Оказывается, понимаете, вот протянуть руку человеку даже в таком в униженном состоянии, это может переродить человека сразу же. Потому что эти люди, вот, даже те же алкоголики, которые их пинают все, вот ты такой, сякой, раз такой, уходи отсюда, пошел вон. А вот они, когда слышат доброе слово, они такого не слышат никогда, понимаете? Шел я когда-то тоже, помню, зимой, и упал, шел передо мной мужчина пьяный. Довольно поздно уже было, часов 11. И упал, и не может встать. Я так подбегаю, значит, ему руку протягиваю, а у него реакция такая сразу. Он, что я буду бить его, понимаете? Я говорю, давайте руку, что вы... А он типа, что вы от меня хотите, типа, понимаете? То есть человек не понимает, что ему можно просто поднять руку, помочь подать, понимаете? Вот это вот страшно, конечно. И когда он встал, он был так тоже вот благодарен, и вот он не понимал, почему я к нему подошел, он же такой там вонючий, там пьяный, все. Вот. Вот надо нам такую маленькую любовь проявлять. Как говорил отец Иоанн Крестьянкин, да, малое доброделание – нужно, чтобы она была у нас. Потому что у нас обычно люди думают о чем-то таком великом, вот совершить что-то такое яркое, чтобы все увидели, великое, чтобы все коснулось всех. Я вспомнил фильм. Есть фильм «Спас под березами». А, да-да-да. Там приходит сантехник домой, значит, Золотухин Валерий. Да-да-да. И, значит, она говорит: «Толя, ты меня любишь? Я тебя боюсь». Видите, как? Да. Я тебя боюсь. Вот любовь изгоняет страх. Понимаете, да, как сказано, совершенно любовь. А человек боится в этой жизни всего. Друг друга боятся люди. Боятся, что их ударят, и что-то они вот какое-то зло причинят. Или обидят, там их гордыню там зацепят, и сразу же защитная реакция идет. Это дело. Вот есть такая песня у меня «Слово о ближнем». Если я тоже могу ее показать. Как-то... Осталось очень мало времени на передаче. Да. Ну, тогда мы последнюю песню споем. Да, я тут тогда не успею. 5 минут осталось. 5 минут? Ну, тогда я вкратце расскажу. И потом спою эту песню, последнюю, которая завершит нашу сегодняшнюю встречу. Она вот называется «Терпяще друг друга любовью». То есть, терпите друг друга любовью. Раньше я вот тоже говорил, проповедовал молодым священникам. И говорил: вот терпите, там смиряйтесь. А мне говорят люди: ну, батюшка, ну как смиряться, ну терпеть, ну когда вот сил нет уже. Вот терпите, терпите. А потом апостол Павел меня окрылил и сказал: терпите друг друга любовью. Что с помощью любви можно только победить зло. А где же взять эту любовь? А у нас-то ее нету. Она у Господа. И когда ты видишь, что в тебе этой любви нету, а решить вопрос можно только с помощью любви. Значит, молиться: Господи, дай мне Твою любовь. Ты мне сказал исполнить заповедь о любви, но я не могу ее исполнить без Тебя. Нет во мне этой любви к этому человеку. И Господь ее дает. И получается чудо, когда в тебе появляется жалость к этому человеку, любовь, какое-то сострадание. Это великое дело. Вот именно то, что нам не хватает. И эта песня родилась из размышлений, да? Вот на литургии я ее услышал, терпящая друг друга любовью. И написал такую песню. Вот она. И альбом у вас, да, такой же? И альбом, да. И когда мы приехали сюда с презентацией, да, этого альбома? Да, этого альбома. А вот вообще творческие планы, вкратце, вот перед песней... Планы какие у нас творческие? Творческие, вот дальше что будет? Анатолий, я не знаю. Что планируете? Есть много зарисовок. Вот. Бывает так, я планирую одно, вот нужно ту тему развить, нужно вот эту тему. А потом раз, приходит совершенно другая тема, вот, и Господь дает вот именно эту тему. Так что трудно. Я все время прислушиваюсь к этому вот наитию, что вот Господь скажет. Потому что очень часто замечаю, что то, что я хочу, даже оно кажется и правильно, вроде и хорошо, а оно не всегда дается Богом. Так что вот тут такая тонкая вещь. Как кто-то из святых говорил, что, значит, когда я сам по своему уму решал, всегда ошибался. А когда вот Господь мне открывал, я всегда тогда это самое решал правильно. Да, вот, и вы знаете, вот тема вообще, вот, как важно вот современной нашей молодежи, не только молодежи, а вообще всем людям найти Бога. Потому что многие ищут счастья, ищут радости, они понимают, где можно их найти. Как-то один из наших иерархов сказал: если человек не найдет Бога, он не найдет ни счастья, ни радости, ни на этой земле, ни в вечности. Понимаете? Вот как важно найти это все. Найти Бога, увидеть в этом зеркале божественном, в Евангелии, в Слове Божьем, увидеть уродство души своей, возжелать покаяться, очиститься и стать новым человеком. Вот это вот смысл жизни. И это все в любви совершается. И тогда эта любовь, она будет изливаться на ближнего своего. И тогда это зло, этот страх уменьшится. И тогда наша жизнь преобразится и улучшится. Спаси, Господи. Дай Бог. О, други, мы вовсе не святы, с грехами своими и болью. Как вынести немощи брата, апостол нас учит, ребята, терпяще друг друга любовью. Терпите друг друга любовью. И нету иного исхода, а к Богу насильно не таща, ведь Он даровал нам свободу, а раз исказили природу, любовью друг друга терпяще, любовью друг друга терпяще. Ведь Бог нас пожизненно терпит, иначе пришлось бы нам туго. приемля наш немощный лепет, он в нас небожителей лепит, взывая: любите друг друга, взывая: любите друг друга. Итак, будем с верой святою, в грехах обвинив лишь себя, идти покаянной тропою, не с ближним борясь, а с собою, и в Боге друг друга любя, и в Боге друг друга любя. Спасибо, Господи. Ну, хорошая такая точка для нашей встречи. Рад был с вами встретиться. Надеюсь, будем встречаться еще. Дай Бог, с радостью. Ну, какие-то творческие отчеты. Будете приезжать к нам. Вот. Будем дружить в духе. Вот. Хотел вам подарить свой диск тоже. Он называется «Как хочется чистоты». Ох, хорошо как. Вот. Белый совершенно. И белый совершенно, вот, символизирующий чистоту. Это, да, спасибо, Господи. Вот. Спасибо большое. Да, от души. Тоже вам дарю свой диск. Сегодня подарю. Да. Спасибо, Господи. Надеюсь на встречи и Божьей помощи в вашем творчестве. Также и вам. Да. В вашем служении. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, с вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях протоиерей Сергий Киселев из Украины, Киевская область, село Сулимовка. Настоятель храма Святого Сретения Господня. Божьей помощи вам, Сергей. Спасибо. И вам всего доброго. До свидания. До свидания.